Місячний доход? В районі 15 тисяч доларів, десь так. Налічка чи без нал? Без нал. Коли останній раз давали взятку? Напрямую, наверное, лет 10 назад, 15, может быть. Так, если можно сказать, не знаю, стоит это называть взяткой или нет, ну, когда вот кто-то требует за юридичные послуги, чтобы пришвидшить процесс. Непонятно, они там дают, ну, наверное, понятно, они там дают. Наверное, там строил, когда последний раз объект, года 3 назад, года 2,5 назад. Украинский язык или русский? Провокационный вопрос. Дома разговариваю по-русски, с избрания народным депутатом, с момента надания присяги перехожу полностью на украинскую. Водка или пиво? Ни то вообще не пью. Вино. Динамо или Шахтер? Динамо. Андроид или яблоко? Точно яблоко. Мясо или овощи? Мясо. Чи вживали колись наркотики? Одного разу курив марихуану десь 10 років чи 12 років тому. Більше нічого не пробував. Коли останнє били людину і за що? Били? Фу, в школі. Ну за щось там в школі, я не пам'ятаю.